Вы плохо себя чувствуете, у вас быстрая утомляемость, вы не спите, или, может, какие-то еще боли в желудке, в кишечнике, голова болит, где-то что-то ломит, кусается. Пожалуйста, можете вот эти травы собрать, все вместе перемешать и потом пить как противопаразитарный сбор. Ромашка, тысячелистник, календула, зверобой, стевия, сабельник, кипрей. Рекомендую пить 50 дней, можно 55 дней. Утром и вечером вот этот сбор пропускать через ситечко 3 чайные ложки этого сбора перемолотого. Заливаем через ситечко стаканом кипятка и его переливаем потом в другую посуду через это же ситечко 3 раза. Переливайте из кружки в кружку через ситечко с этими травами. И получается экстрагирование, то есть все эфирные масла там будут, все витамины будут. И вы сразу же пьете, заранее не заготавливаете. Утром натощак и вечером перед сном, как будете ложиться. Будете лучше спать, погоняете всех микропаразитов в крови и в лимфе, почистите селезенку, желудочно-кишечный тракт весь, ваш мозг будет лучше работать, и вы начнете спать хорошо, забудете о болях в желудке, в кишечнике. Это глистогонное тоже. Если будете 50 дней пить, то все, какие бы виды у вас ни были там, микроорганизмов, какие-то там грибки, дрожжи и еще что-то такое неприятное, все будет подыхать, будете избавляться. Но на это время, конечно, надо перестать есть мясо, рыбу и молочное, сладкое, копченое, соленое, соблюдать диету. Посидите на кашках. 50 дней это не так много. А потом вы будете отдыхать 10 дней без этих травок. А потом после 10 дней опять их будете пить 4 дня. Потом опять 10 дней отдыхать. Потом опять 4 дня пить. И так всю жизнь. Тогда у вас будет меньше паразитов в крови. И вы будете себя чувствовать прекрасно.